Добро пожаловать на канал Олена Волдран USA. Сегодня у меня закупка продуктов. Это магазин Trader Joe's. Покажу мой чек. Кажется, $265. И в конце, если я чего-то не помню, то я вам покажу чек в конце. Приступим. Водичка. Где-то около $2. Два с чем-то. Это сливки. С молоком пополам. Потом два с чем-то где-то. Это синенький. Как вот, знаете, мы любим. Ну, я, конечно, на диете, но взяла. Потом масло виноградное. Три с чем-то. Потом, может, $2. Не помню. Бальзамический уксус, где его добавляю в салаты и в мясо. Но сейчас как-то салат я слишком кислый для меня и редко делаю, но мариную мясо на ужин очень вкусно. Яблоки доллар с чем-то одно, три с чем-то масло мое любимое, очень хорошее, рекомендую. Кто в Америке, знаете, может, кто-то только приехал в Америку, просто не знает, я рекомендую. Доллар с чем-то, кажется, такие вот хрустики, пита, хлеб. Уже сын, сегодня воскресенье, сын, я после церкви поехала в магазин. И спасибо подружке, конечно, благодаря ей могла это все привезти. Молочко 5 с чем-то не было. Говорят, что меньше покупают. Ничего подобного. Столько было на парковке людей, что я не знаю, им нужно уже второй магазин открывать. Он только один на этот город. И людей отдыхающих много. Все туда едут. Это просто не протолкнуться там. Такое ощущение, как на Новый год. 5 с чем-то молоко. Не было молока обычного. 3 с чем-то у них бывает. Ну, пришлось за 5 с чем-то покупать. Нету обычного. Бананчики у них там, кажется, поштучно 20 или 19 центов один. 5 с чем-то или 6 с чем-то. Вот такое сухое мясо. Это я сейчас с белками дружу. На белках больше, конечно. Ну и не только. И на овощах. Меньше мучного ем. Ну, так как, знаете, вот вареники, то мне все равно хочется. Я, ну, 4 штуки вот я. Или 5 даже. Молчу. Могу вам сказать 4, а съем 5. Вареничка вот таких очень люблю. Это как пельмени из китайские. Я их поджариваю и потом водой протушиваю в сливочном, на сливочном масле. $5, кажется, одна. Может, 4. Или, может быть, 4, ладно. Вот. Это 7 с чем-то долларов. Organic ground beef. Это точно не знаю. Хочу сделать сегодня эти чизбургеры. Яички. 3 с чем-то, наверное. Это обычные. Не органик, возможно. Это 5 с чем-то, наверное. Свинина. Это прикопченный сыр наш любимый очень. Кто любит вот прикопченный, помните, у нас в Советском Союзе раньше был вот такой он. И здесь тоже есть. Ну, он кругом есть. Сосиски. Только не знаю цену ему. Это сосиски 6 с чем-то органик. Мясо там прошутто и так далее. Кажется, $5. Очень вкусно с виноградом. Не помню, у нас есть там виноград. Я не покупала, но есть дыня. Вот Анечка делала как-то. Я все запомнила. И так мне очень нравится вкус дыни с прошутто. У Анечки на канале. Вот. Потом помидорчики. Не знаю, доллар с чем-то один, наверное. 99 центов, кажется. Апельсинки. Это $8, думаю.
Это замороженные креветки. Люблю в чесночном соусе. Можно, не знаю, с шпинатом или еще с чем-то. Это, ага, тоже у Анечки на канале подсмотрела. Она делала равиоли из тыквы. Вот посмотрим. Такие вот тыквенные равиоли. Ни разу еще не ела. Хочу попробовать. А это с лобстером. 5 долларов. Ну, вкусную. И с сыром. Два с чем-то. Они... А, это даже не с сыром, это... Я думала, что с сыром взяла. Это со шпинатом. Ну, надо читать мне внимательней. Думаю, Богдан будет любить. Понравится ему. Это Богдан, это сын. Которому скоро 14. Кстати, очень тяжело покормить подростка. То не хочу, то не люблю. Это два с чем-то. Чеснок, не помню, два штучки взяла. Это замороженная курочка, 4 с чем-то. Ну, такой вот в маринаде. Апельсиновом сладком соусе. Кисло-сладкий соус. Вкусная. Просто цена тоже хорошая. Знаете, просто отварить что-то и по-быстрому. Уже все готово. В сковородочку. Там соус еще есть. Рис. Вот рис уже даже не помню. Схватила, а так не посмотрела. Потом с вами посмотрим. Жасмин. Люблю его там покупать. Хотя можно, может быть, где-то и в другом есть лучше. Но я люблю вот такой тоже. Четыре с чем-то такая была рыбная помазка. Или как еще сказать? Дип. Smoked Salmon Dip. Но мне не понравилось. Я взяла, и мне не понравилось. Кисловатая. Сметанка мне их не вот это нравится. Органик. У меня после ковида на вкус вообще я ничего... Много чего мне не нравится. Я не тот вкус просто. Как пластик я кушаю, как пластмассу. Вот огурцы у меня как пластик сейчас. И сметана от определенного вида не очень вкусно. А вот это нормально. Укроп дорогой, кажется. $1.63 была органик. Она вот разноцветная. Тоже не помню, естественно. Где-то 99 центов. Смотрите, сколько лука. Надо тогда окрошку делать. Но я как-то с майонезом сейчас не очень все тоже делаю. Но лук это хорошо. Просто в салат. Так. Лук, кажется, 99 тоже центов один. Чипсы и чем-то. Перчик и чем-то. Это по доллару где-то так. И силантро, кинза и петрушка. Не помню, сколько семечки жареные. Они... Не соленая. Чернослив взяла. Люблю со свеклой. Кстати, у меня это не все. Еще на другом столе тоже есть. Не уместилось просто. Не знаю точно. Ой, вот это вкуснятина. Вот это десерт будет к чаю. У меня. Кокос. Ну, тут, наверное, сахар есть. Там все равно, конечно, есть он. Они его, наверное, пропитывают в сахар. Ну, вкуснятина. Это, может, что-то буду печь. Или, ну, пускай будет это миндаль. Или с чем-то. Пять с чем-то, наверное. Кстати, грецкий орех. Ой, сейчас историю расскажу. Моя мама, у мамы моей растет... Орех грецкий. И это большой дом у них. Они построили с моим дядей. Дяди уже нету. Там живет теперь моя тетя. Это мой папа и моей тети муж были родными братьями. Вот. Папа мой еще болеет. Ну, брата уже нету. Царство небесное, вечная память. И вот тетя идет, а
этот, кто-то рвет орех, и тетя говорит, а вы его рвете, он ваш или вы же не спросили? Она говорит, ну, он на дорогой, думала, можно рвать, женщина говорит. Ну, и пошла маме, сказала, мамочка моя быстренько порвала свой орех. Ну, если человек сорвет, то ничего страшного, пускай угостится. Да, ну, мамочка пошла, сорвала весь остальной орех, чтобы посушить, и на зиму у них было. Ага, авокадо, доллар, чем-то, помидорки не помню, это тоже не помню, это айсберг, это капуста. Потом чек посмотрим. Все просто быстро хватало, некогда, знаете, смотреть цены, просто, ну, знаю, что недорого. Я там булочки еще брала, булочки уже соседке отдала, я специально покупала для нее, это такие большие круассаны, три с чем-то они, наверное, стоили. Потом вот такой вот шпинат, мне кажется, что в пакете сейчас меньше его стало. Ну ладно, какая разница, все равно он пропадал, даже если оно доллар с чем-то стоит, и это где-то два с чем-то стоит, это рукола. Картошка опять с чем-то, клубничка, может, здесь с чем-то стоила. И также взяла голубичку, люблю с овсянкой по утрам. Я не могла кефир найти, мне вот я еще по утрам кефир пью с семечками ши или чи. И тоже кефир у них был, ну, который мне не подходил. Огурчики 2 с чем-то, тоже где-то кабачки 2 с чем-то, морковка доллар, булки эти я точно не могу сказать. Дыньку посмотрим, это 3 с чем-то, это где-то все доллар, по доллару, доллар 60, наверное, свекла, потом сварю как раз вот. Черносливом люблю и с орехами. Грибочки 2 с чем-то, тортик 5 с чем-то и 3 с чем-то морская капуста. Ой, что с булками? Ну все, думаю, сейчас теперь покажу чек. Так, вот это Джойс, город Сарасота, Флорида. Можете остановиться и посмотреть, сколько что стоило. Все, мои дорогие, спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. И я потратила 265.21. Все, мира, добра, счастья и крепкого вам здоровья, Божьих благословений. Все, пока-пока.